Ребятки, всем привет, с вами Даня Доклал Парабола. Сегодня будет вторая часть лайфхаков для выживания в лесу. Погнали! Так, я голоден. Нужно сделать завтрак нам. Что мы здесь можем найти? Если посмотреть вниз, то мы увидим здесь лед. Здесь есть лед. Значит, здесь есть и рыба. Давайте долбить. Посмотрим еще места. Где-нибудь здесь, что ли. Сейчас начнем палкой долбить лед, чтобы добраться до уже воды. Так, сделали лунку, небольшую, очищаем ее немножко. Там лучше видеть рыбу. Сейчас показываю мастер-класс. Будем рыбу ловить руками. Такая способность есть только у меня и у Виталика. Так что сейчас будем пробовать. Смотрите, главное здесь смотреть в оба. То есть туда так. Так, смотрим и запоминаем. Вон, вон, вижу. Подплывает. Вот наша первая рыбешечка. Все, оставляем. Пока сюда. Сейчас вторая пошла. Вот, сука. Вот она. Вот. Красота. Пошли. Сейчас уже поперла. Азарт такой пошел. Еще рыпается, собака. Рыбачишь? Ну ладно, хватит пока что. Две рыбешки, наверное, пожарю сейчас. Сейчас быстренько найдем там сковородочку, там что-нибудь придумаем. На костре сейчас закоптим или пожарим, там увидим, посмотрим. Пошел я разжигать костер. Кто не видел, как разжигать костер палочками, так что вот здесь нажимаете на подсказочку, обязательно посмотрите первый выпуск. Там я как раз таки разжигал огонь. Так что... пошел делать. Ребят, когда разжигал костер, наловил рыбки. Немного тут. Буквально 1,5-2 килограмма. Это нам пригодится в дальнейшем. А сейчас давайте пожарим рыбку. Ребятки, все, я пожарил. Рыбку. Ой-ой-ой, смотрите-ка. Это же просто... Шашлычок. И лучок. О, икра. Давайте покушаем. Ой, какой запах. Красота. Ой. Кости только. Ничего. Что за завтрак? Это же просто прекрасно. Приколдесно. Икра. Горяченько, с лучком. Это просто превосходно. Ну ладно. Все, я кушаю. Давайте. Давай. Все, в общем, поел, позавтракал. Давайте. Давайте. Нам надо сейчас найти вещи. Вещи из чего делаются? Из овечечки. Сейчас я поищу здесь в лесу пару овечек, пару троек овечек. Сделаю себе костюмчик небольшой. Кожу найду. В общем, сейчас быстренько сбегаю. Так сказать, утеплиться перед тем, как идти в поиски цивилизации. В общем, погнали. А перед тем, как идти, надо погреть руки. Ну все, в общем-то, можно идти. Эту хижину мы оставляем, потом сюда придем. Уже с вещами. Все, полетели.
Ребятки, всем привет. Уже прошло несколько дней. Я вам не показывал, как я достиг уже каких высот. У меня уже очень много всего. Я нашел очень много овечек. Убил их. Земля им будет пухом. В общем, сделал зато себе потеплее вещи. Все-таки зима. А нам осталось найти признак жизни где-то, сука. Мы в этом лесу. А вот. Так что сейчас мы будем забираться на дерево. Я сделал веревку. А сейчас будем забираться на высотку и искать примерно. Смотреть, где есть признаки жизни, хоть чего-то. Будем смотреть, где у нас дым какой-то идет, звуки какие-то. Будем все смотреть, в общем, изучать. Полезли. Пошел забираться и смотреть обстановочку. Ребятки, я осматриваюсь тут и вижу вдалеке какие-то звуки, но они очень тихие и небольшой дымочек. Мне здесь сидеть не очень удобно, но мы скоро доберемся до дома. Надо спускаться, уже дело к ночи, во-первых. Во-вторых, нам надо быстрее сделать какое-то убежище. В-третьих, нам нужна еда. И получается, что нам надо сделать какое-то оружие на сегодня. Сделаем, может, какой-то арбалет, лук. Может, даже какое-то поопаснее оружие. В общем, посмотрим. В общем, давайте спускаться. Погнали. Я направляюсь примерно в ту сторону. Это северо-запад. Где-то туда. В общем, будем искать место для ночлега. Ну и потихоньку, конечно же, будем идти уже ближе к цивилизации. В общем, погнали. Ребятки, построил вот такую палаточку. Отлично. Там можно и приходить. Стеночками. Сейчас пойду делать оружие из палок, веток, нити. У меня есть веревка. В общем, сейчас что-нибудь попридумаем, это сделаем. Погнали. То, что надо. Смотрите, что я сделал. Красота. Отлично.
ё-моё. 20-й диаметр. Красота. Стрелять самое то. Так что пошлите на охоту. Оказывается, волки вкусные. Ни разу не пробовал. Закоптил быстренько. Вот, в принципе, и все на сегодня. Сегодня уже очень много дел сделали. На следующий день я найду цивилизацию. Наконец-то. Я хочу уже домашней обстановки. В общем, ладно. Че, болтаю. В общем, я надеюсь, вам понравилось видео. Вы подпишитесь на канал. Прокомментируйте, я буду очень благодарен. Все ссылочки в описании. На Telegram, ВКонтакт, группы. Все там есть. В общем, как-то так. С вами был Даня, канал Парабола. Все только начинается. Наелся.